Первый раз вижу своими глазами, как в Минске используется вот эта вот новинка на базе американских машин. Если не ошибаюсь, называется «Стена», специально для блокирования улиц. Ну и водометы. Кстати, водометы в Минске еще ни разу не применяли по назначению. Ну, сегодня погода хорошая, но все равно не хотелось бы.